Да. Ты... Да. Эй! Ты никому здесь не нужен. Но у воина в строгом мундире, облик нежный, ему бы косынка, грудь девичья, ах, что за картинка! Меж Яругой и Понтером славится дева Саския, что за красавица! Песни молодецкой в бой идем с рассвета. Пускай до Эли не собьешь прицел. Грянем песню про пехоту Иорвета, про великих лучников, про ливень метких стрел. Все время куда-то бежишь, так и до смерти недолго добегаться. Вот тебе и покой, вот тебе и мир. Белки, чародейки, армия с бабой во главе. Боги мои, кому все это надо? Привыкай, дева Саския прогонит Хенсельтову свору и сделает из Бергена новую столицу. Держи карман шире, а право на свободную торговлю могла бы дать. Да вы с ума посходили! Какое право? Какая столица? Голову на плечах сохранить! Вам до этих привилегиев, как свинье до неба! Раскройте глаза! Молитесь, чтоб до конца войны дожить! Глаза мои на чужаков не смотрели! Все едут и едут! Что вынуждает тебя отвлекать принца Эйдирна? У меня есть несколько вопросов. Почему ты считаешь, что я стану на них отвечать, а не затравлю тебя собаками? Потому что мне кажется, что у твоего высочества и без того хватает врагов. И здесь, и за границей, и в Венгерберге. Вопросы престолонаследия не обсуждают с бродячими убийцами чудовищ. А почему нет? Об этом говорят во всех трактирах. Должно быть, даже палач из Венгерберга уже предъявил претензии на трон. Мое терпение не безгранично. И только уважение к Саскии заставляет меня сдерживать гнев. Переходи к делу или убирайся. Не отклоняйся от темы, принц. Ладно, будь по-твоему. Забудем о различии между нами и поговорим минуту как равный с равным. Тогда скажи мне, что ты делаешь вдали от столицы, вместо того, чтобы носить корону в Венгерберге? К сожалению, там мои позиции не слишком сильны. Отец совсем распустил дворян. И именитые семейства решили, что в этот тяжелый для королевства час самое время начать бунт. У тебя есть все законные права на трон. В Эйдирне не осталось законов. Здесь правит тот, у кого есть сила, и за кем идут люди. Я собираюсь доказать, что достоин короны. Хочешь въехать в Венгерберг как герой? Понимаю. Здесь для геройства есть масса возможностей. Мне не нравится твой тон. Ты удивишься, принц, но мне приходится иметь дело с политикой чаще, чем хотелось бы. Славный Геральт из Ривии. Тот, кого принимала за своим столом Каланте. Любимец Фольтеста. Говорят, у тебя были какие-то дела даже с императором Нильфгарда. Думаешь, это произведет на меня впечатление? Каланте мертва. Мэва бронится всякий раз, как слышит твое имя. Фольтеста убили у тебя на глазах. А император? Как я слышал, для него ты ничто. Хочешь сделать из этого какой-то вывод? Конечно. Порой королю нужны наемные разбойники, которые сделают за него грязную работу. Если такой разбойник достаточно наивен, то король не открывает шкатулку с драгоценностями. Вместо этого он ласково говорит с ним и уверяет в дружбе. А когда разбойник делает свое дело и уходит, раздувшись как павлин, король смеется над ним в кулак. Признаться, я и не думал, что ты настолько жалок. Убирайся! Я пытаюсь понять, откуда появилась эта призрачная мгла. Что именно произошло тут 3 года назад? Чародеи Хенсельта устроили здесь бойню. Это был черный день для рыцарства и для всех людей чести. Но именно благодаря чести мы выжили. Не было победы, но не было и поражения. Честь выступила против коварства. Добродетель против черной магии. Ты участвовал в битве? Отец остался в столице. Он должен был защищать Венгерберг, а я принял бой. Я хотел удержать Хенсельта за Понтером, но не успел. Тогда я решил встретить его под Вергеном. Войско Хенсельта было измотано. Мы разбили бы их, если бы не произошла ужаснейшая вещь. При Хенсельте было несколько чародеев, и они наложили на поле битвы заклятие. С неба обрушился огненный дождь. Убийственное пламя остановило битву. Я собрал остатки армии и отступил вглубь страны. Мои люди были в ужасе, но и Хенсельт не торопился нас преследовать. Только мастер магии мог наложить столь мощное заклятие. Я допускаю, что он был не один. Я помню Сабрину Глевиссиг. Я видел, как она с коня озирает пожарище. Она была в охотничьем костюме, прямая, бесстрастная. Сабрина. Если я правильно помню, это советница Хенсельта. Была. За это заклятие Хенсельт приговорил ее к смерти. Каэдвенцы заживо сгорали в доспехах, как и мы. Знаешь, о чем я думал, когда начался весь этот ад? Что показалось мне удивительным, забавным даже. Когда мы шли в бой, то пели наши эйдирнские песни. Каэдвенцы затянули свой гимн Креве. Но когда с неба обрушился огонь, выли от боли мы все одинаково. По-человечески. Страдание на время объединило два враждующих войска. Я по-прежнему не понимаю, откуда появилась призрачная мгла. Я тоже. Мне нужна королевская кровь. Ты же знаешь, что я еще не был коронован. В твоих венах течет кровь твоих предков. Разумеется, но это не значит, что я буду проливать ее для какого-то бродяги. Ты ведьмак или вампир? Мне нужна кровь, чтобы спасти Саскию. Она нужна мне, чтобы жить. Как ты смеешь приходить ко мне с такими дерзкими предложениями? дурак. Все обдумал? Да я не знаю. Чего тут думать? Йорвет не просто оборванец без роду и племени. Эльфы. Болтовни много, а мозгов у всех один конец. Гордыми помирают, тоже мне. Йорвет не такой. У нас такого командира веками не было. У нас? Эльф, он эльф и есть. А краснолюд, это краснолюд. Из разбойника солдата не сделаешь. Значит, не пойдешь со мной? Этого я не говорил. Дай еще подумаю. Отдери меня, хорек. Да-да, Геральт из Ривии, тот самый. Ага, все ведьмаки на одно лицо. Но вот мечи у вас... Что в них такого особенного? Ха-ха, а то ты не знаешь. Мало кто сумеет выковать хороший клинок из серебра, чтоб меня куницы заели, если я вру. Нанести на лезвие такие руны, это тебе не в лужу пернуть. Посмотри, что у меня есть, а я взгляну на твое оружие. Я слушаю, ведьмак. Что это за девушка? Цинтия. Чародейка на поводке. Отличное определение. Значит, вы и ошейники используете? Поводок – это связь между чародеем и его помощником. Да, название немного странное, зато довольно точное. Цинтия пользуется моей силой, моими заклинаниями. Она передает мне энергию, а заодно учится. Довольно удобно. В этом нет ничего унизительного, кроме названия. Но ведь ты пришел сюда не для того, чтобы поговорить о Цинтии. Как случилось, что придворная чародейка короля Радовида Реданского поддерживает мятеж в Эйдирне? Это уже не мятеж, ведьмак. Принц Стеннис сам приехал в войско. А значит, Саския имеет полное право говорить от имени Эйдирна. Саския сражается не за Эйдирн. Ее интересует только долина Понтера. Даже принц Стеннис считает вас мятежниками. Он не выступил против вас только потому, что вот-вот начнется война с Каэдвеном. Зачем ты здесь, чародейка из Тритогора? Это мой долг. Если Хенсельт займет долину Понтера, ответ Редании и Тимерии будет незамедлительным и очень жестким. От былого единства Севера ничего не останется. Этого можно не допустить, если Саскии повезет, и она завоюет независимость. Даже если она отбросит Хенсельта, без признания Редании и Тимерии независимости не будет. После смерти Фольтеста тимерцам не до экспансии, а король Редании непредсказуем. Но даже ему придется признать победу. И я здесь для того, чтобы вырвать эту победу. Правду говорят, будто Саския убила дракона? Принц Стеннис наградил ее за это орденом. Значит, похоже на правду. Если ты хочешь знать подробности, поговори с Биггерхорном. Он видел все своими глазами. Ты слышала о какой-то ведьмачьей школе змеи? Нет. А почему ты спрашиваешь? Убийца короля носил медальон со змеей. Ха. Мальчишество и дурновкусие. Наверняка он человек небольшого ума. Искусная чародейка вроде тебя наверняка многое знает о дикой охоте. Магическое знание не имеет ничего общего с крестьянскими предрассудками. Дикая охота не предрассудок. Да, действительно существует такое явление. Я хочу знать о нем все. Я никогда этим не занималась. Охота интересует меня не больше, чем природа воздушных смерчей или ледяного дождя. Ты сказала, что для лечения Саскии нужен магический предмет. Есть идеи, где его искать? Как ты знаешь, такие вещи на дороге не валяются. На счастье, у этого места богатое прошлое. Битва призраков, казнь Сабрины Глевиссиг, заброшенная шахта. Я надеялся, ты мне скажешь что-то более определенное. Я же не прошу тебя ходить с волшебным прутиком и разыскивать зарытые сокровища. Прояви немного инициативы. Проще всего сперва поговорить с местными. Староста Бурдон знает здесь каждый камень. Может, начать с него? Ты хотел поговорить? На совете ты сказала, чтобы снять заклятие, нужны артефакты. Да, я не могу их сейчас искать. Я сам этим займусь. Почему? Есть причины. Объясни мне только пару вещей. Ты заметила, что не все духи были агрессивны? Да. Большинство исчезает после контакта с аурой живого человека. Я думаю, сила проклятия постепенно завладевает душами павших и превращает их в другиров. Это специальное ведьмачье название призраков? Демонов. Другиры – демоны войны. Они возникают на местах особенно кровавых сражений. Это концентрированная жажда убийства и ненависти. Их можно уничтожить обычными средствами. Для другиров достаточно серебряного меча. Но покуда действуют проклятия, будут появляться все новые. Души солдат – это ключ, зацепка. Если бы удалось изменить ход битвы… Для этого и нужны символы войны, которые принадлежали павшим в битве. Ненависть, смерть, отвага и вера. Все предметы должны быть магически активны и связаны с павшими в битве. Иначе их души не притянешь. Хорошо, попробую их найти. Найди хотя бы два. Символы ненависти и смерти. С остальными я разберусь. Я предпочел бы отвагу и веру. Не будь занудой. Я посмотрю, что смогу сделать. Кажется, Сесиль знает все обо всех в окрестностях Вергена. Ты разбираешься в проклятиях крови? А ты? Мы имеем дело с проклятием крови 4-й степени, называемым также проклятием архимагистры. Продолжай, продолжай. Ты меня удивляешь. Проблема в том, что до сих пор я думал, что это сказка, что такое проклятие наложить невозможно. Это не так. Существует 6 подтвержденных случаев наложения этого проклятия. А есть подтвержденные случаи, когда его снимали? Всего один. Это сделала группа магов под руководством архимагистра Францески Финдабайр. Собственно, отсюда второе название проклятия. В состав этой группы, среди прочих, входила Сабрина Глевиссиг. Как тесен мир. Это еще не все. Проклятие, с которым боролись Францеска и Сабрина, должно было оборвать жизнь представителей династии Тисенидов, владык Ковера. Его наложил Радолег Пурпурный. Абсолютно безумный, но очень способный маг. Там тоже были и затмения, и призраки. Я понял. Сабрина просто использовала заклятие этого Радолега. Вот именно. Опыт Францески и остальных нам хоть что-нибудь дает? Благодаря им я знаю о символах и о том, как именно действует проклятие. Может, и мне расскажешь? В конце концов, это мне придется рисковать головой. Ты должен будешь пережить битву, а в определенный момент изменить ее ход. Не знаю точно, что тогда случится. Никто не знает. Ясно. Пойду искать артефакты. Что здесь случилось 3 года назад? Хенсельт вторгся в Эйдирн. Да только зубы обломал. Победителей не было. Конфликт Сабрины Глевиссиг с главнокомандующим Силка Эдвена привел к разгрому обеих армий. Огненные шары превратили поле битвы в пылающий могильник. Хенсельт обвинил Сабрину в применении запрещенного оружия. И Сабрина прокляла Хенсельта. Можно и так сказать. Подозреваю, что проклятие вышло из-под ее контроля ввиду обстоятельств. Обстоятельств? Звезды не так стали. Луна зашла за тучку. Всегда найдется отговорка для халтуры. Она наложила проклятие, когда ее собирались сжечь на костре. Ее руки и ноги были прибиты к колесу от телеги. Но у нее и так неплохо получилось. Хорошо, я все понял. Я дам знать, как что-то найду. Ты хотел поговорить? Я ищу Трис. Лето заставил ее телепортироваться в окрестности Вергена. Лето? Убийца Фольтеста и, возможно, Димовенда. Ты поможешь мне его найти? Разумеется. Мы, чародейки, должны держаться вместе. У нас слишком много врагов. Трис связывалась с тобой из Флотзема по мегаскопу Шеалы де Тансервилль. И с тех пор... Я о ней ничего не слышала. Ты можешь засечь ее с помощью мегаскопа? Мегаскоп реагирует на ауру человека. Будь у меня что-то из ее вещей, я могла бы ее поискать. Вы были с ней близки. Может, у тебя есть ее вещи? У меня нет ничего такого. Один местный забулдыга рассказывал, что встречал рыжую женщину, которая появилась так внезапно, словно упала с неба. Вдруг это наведет тебя на след? Пьяные что только не рассказывают. Один вот уверял, что его собака пишет стихи. Может, это пьяные бредни. Но я не исключаю, что нестабильный телепорт выбросил Трис рядом с городом. Если никаких следов больше нет, я поговорю с пьянчугой. Ты знаешь его? Я не вожу знакомств с забулдыгами, но не сомневаюсь, что ты найдешь его в трактире. Спасибо. Возвращайся, если узнаешь что-то новое. Кто ты? Я Цинтия, адептка. Филиппа моя наставница. Мои соболезнования. Не нужно. Филиппа, конечно, суровая госпожа, но порой она очень добра. И потом, она лучшая. Кроме старых эльфок, ей нет равных. Если бы ты знал, как она накладывает чары. Легко, грациозно. Не то, что это старая кочерга де Тансервиль. Ты знаешь Шеалу? Я видела, как она творит заклинания. Я видела всех великих чародеек за работой. У Шеалы мужской стиль. Она точная, логичная, собранная, но ей не хватает грации. Это говоришь ты или Филиппа? Мы сходимся в этом вопросе. Трис Меригольд по-настоящему талантлива, но ей не хватает решимости, воли и отваги. Интересно. Кейра Мец и Маргарита Лаантиль – скучающие, присыщенные дамы. Одна гедонистка и нимфоманка, другая думает только о своей школе. Обе давно потеряли страсть к магии. Остается еще Францеска Финдабайр, но никто не знает, что старая эльфиха может на самом деле. Это очень могущественная чародейка. Как я понимаю, Филиппа свободна от всех этих недостатков. Ну, и у нее должны быть свои слабости. Тщеславие. Бесконечное, бескрайнее и обжигающее, словно пустыня Карат. Интересно, а сколько сейчас стоит курс магии? У тебя не хватит денег, ведьмак. Кроме того, ты слишком стар. Ладно, хватит мне и моих приемов. Ты о ведьмачьих знаках? Филиппа может создать иллюзию сада, полного цветов, фруктов, молодых эльфов и эльфок, которые радостно совокупляются целый день. О, пригласите меня, когда наколдуете такой сад. С удовольствием на него посмотрю. Из профессионального интереса. Обязательно. Но теперь Филиппа все время занята Саскией. Не думаю, что у нее будут силы и желание творить сложные иллюзии. В кости играете? А как же? Мы двое и подручные кузнеца. И все? В Вергене есть еще староста Сесиль Бурдон и трактирщик, но они не будут с тобой играть, пока ты не докажешь, что оно того стоит. Вот если нас обыграешь... Покажите, что вы умеете. Сперва я. Я расскажу про бабу, которая упала с неба. Здравствуй, мастер. Ты уже сотня приползла. Говорят, ты тут чудеса видал. Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо. Ее! А нет, за такую историю ты мне выпивку должен. Да заткнешься ты, наконец. Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного махакамского, досмотри, чтобы без обмана. Благородный путешественник заплатит. Я заплачу, но если история мне наскучит, я тебе это махакамское в гузно залью. Так, мировая выпивка. Жаль, только гузно вкуса не различает. Но ты не пожалеешь. Точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче. Ну, вот, значит, иду я себе, вдруг как жахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Ха, это ты жопой о землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. До чего нажрался? Гляжу, а в ущелье люди лежат, совсем как с неба свалились. Мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке. Сапоги высокие, сиськи ядреные. Попка круглая, только хватай и уах. О, один в один твоя старуха. Заткнись. Что было дальше? Ну так вот, Баба побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог. Встал над ней, сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха, сиськи-то он у нее разглядел. А вот чтоб помочь, это ни-ни. Я хотел. Почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль. Страшный, как говно после ягод. Он напал на нее? Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал, сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Не понял, что происходит? Говорят, человечья баба едва... Я гляжу, вам скучать не приходится. О да, непорочная убийца драконов, белки, которые за ней только что землю не целуют, крестьяне, которые лезут в политику, ведьмак, ведьмы. Не говоря уже о зеваках, которые ошиваются вокруг всей этой кодлы. Ничего, скоро все вернется на круги своя. Плюнуть некуда, попадешь в чародей. Такие уж времена. Не хотят теперь колдуны сидеть в своих башнях. Им подавай место при королевском дворе. Что чародею делать на войне? А тем более чародейки. Хотя и от них бывает польза. Вспомнить хотя бы Содденский холм. Чародейкам тоже нужно отдать должное. Они не только языком треплют. Отваги им не занимать. Сабрина Глевиссиг, бывало, могла и кулаком по столу ударить, когда Хенсельт говорит. Может, потому ее уже и нет в живых. Что за спешка? Садись, Геральт! Мы еще не успели выпить за твои подвиги во мгле. Ой, прости, что это я? Шелдон Скарс, ветеран битв под Содденом и Бренной. И всех трактиров по дороге к ним. Старосту Вергена ты уже знаешь. Приветствую. Уважаемые, не знаю, как у вас, а у меня от этих приветствий в горле пересохло. Интересно, ты же еще рта не открывал. Мастер Лютик дело говорит. Давайте еще по одной каждому. Промочить горло с дороги мы не откажемся. Особенно в такой компании. Эх, жаль, нету с нами Калеба Страттона. Земля ему пухом. Да, краснолюд был что надо. Выпьем за него. Шелдон? Ты что-то отстаешь. У меня сегодня кое-какие перепихушки намечаются. Так тем более нужно выпить. Для храбрости. У меня от этого дела писька вянет, как у старой бабы сиськи. А ты себе морковку привяжи. Что тебя к нам привело, Геральт? Почему вы, краснолюды, сражаетесь за Саскию? Будь у меня тяга к денежкам, может, и сидел бы я сейчас в собственном трактире и всем гузном срал на эту войну. Только что я умею? Топором работать, да и все. А поскольку меня могут убить, так я желаю знать, за что шею подставляю. Баба нас заскоком. Самому императору в харю готова наплевать. Но надо признать, в войне она толк понимает. И мать ее правит справедливо. В вольном Вергене, неважно, краснолюд ты, человек или эльф вонючий. Посмотри на него, Зигрин. Ему уже и эльфы воняют. А в битве лучниками, небось, не побрезговал бы. Вы слышали о таком знамени? О бурой хоругве? Оно мне нужно, чтобы снять проклятие. Его захоронили в склепе вместе с павшими. А склеп где? Туда не просто попасть. За торговыми рядами сверни направо. Там будет проход в скале. Выйдешь по нему в долину. Там и будут всякие надгробия и склепы. За павших. Может, вы слышали о растении, которое называют краснолюдским бессмертником? Мы? Слышали? А что, у свиней тесные жопы? Честно? Я не проверял, Скакс. Это же загадка такая. Вечно ты как ляпнешь. Так вот, этот бессмертник, ведьмак, растет вблизи залежи антрацита и алюмосиликата. Он нужен Филиппе, чтобы вылечить Саскию. Это редкая штука, но в городе есть шахта. И кто знает, может, найдется там где-нибудь этот бессмертник. Далеко до этой шахты? Нет, что ты. Она в верхней части Вергена. Я вижу, вы уже раздухарились, а ведьмаку никто и словом не сказал, что шахта закрыта. Закрыта, верно. Но как раз пора с ней разобраться. От всякого подземного говна почистить. Вы о чем? С месяц тому назад стали горняки пропадать. Чудища какие-то внизу завелись. Куда бы заслать крепких ребят? Только Саския решила, что ей все солдаты нужны здесь, наверху. Вот и пришлось закрыть ствол, чтобы эта пакость по деревне не расползлась. Выходит, Геральт, мы вовремя прибыли. Очень вовремя. Идем. Так точно. В такой компании нам ни одно чудище не страшно. Что скажешь, Шелдон? Идешь с нами или остаешься попки мять? Попка не волк, в лес не убежит. От трупоедов пошугать нечасто удается. Встретимся у входа в шахту. О, Геральт, как хорошо, что ты пришел. Какая рифма, к слову, о чуде? Я не поэт. Я знаю, но иногда у тебя бывают неплохие мысли. Люди. Отлично! Пишешь поэму для своей новой музы? Лучше. Сочиняю гимн Вергена. Прочитать тебе первую версию? Нет. Ну, слушай. Пусть встанут те, кто равенству верны. Пускай по ветру вьется наше знамя. Пусть те, кто о свободе видел сны, сегодня будут биться рядом с нами. Мы выйдем победить или умереть. Так будь и ты свободным нашим братом. В твоих руках свобода или смерть. Ты Вергена стал вольного солдатом. Плечом к плечу. Нелегкий этот путь. Пройдем бок о бок, кто мечтал о чуде. Чтоб свежий воздух равенство вдохнуть. Все вместе. Краснолюды, эльфы, люди. Ну как? Тебе понравилось? Рифма есть. Ну ладно, тогда лучше скажи, что ты разнюхал. Ты теперь труба придворной пропаганды? Знаешь, что мне здесь больше всего нравится? Здесь нет никакого двора. Люди идут за Саскией, потому что сами этого хотят, а не потому что должны или так получилось. Что-то тебя носит из крайности в крайность. А ты готов обосрать любую идею, даже самую возвышенную. Я стараюсь трезво глядеть на мир. И присоединился к нам. Присоединился или нет? В этот момент я на стороне Вергена. Но вмешиваться не хочешь, так? Верген – это не девка, которую можно трахнуть без обязательств. Ты прав. Если уж вступил на шаткий мостик, лучше перейти на другую сторону. Наконец-то ты говоришь, как мужик. Извиняюсь, это было не политкорректно. Наконец-то ты говоришь мудро. Я заметил, что Иорвет изменился. Потому что здесь все меняются. Конечно, кроме тебя. Не нравятся мне такие изменения. Я в них не верю. Глупый ты. Саския дала Йорвиту шанс. И если он его использует, то сможет вылезти из своей норы. Мало того, если он разумно разыграет эту карту, все начнут его уважать. Люди помнят только то, что хотят помнить. Ты прав. Независимое государство в долине Понтера могло бы превратить Йорвита из бандита в рыцаря. Потому не стоит удивляться, что он так изменился. Детей воспитывать я бы ему не доверил. А так, кто знает, что из него выйдет. Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис? Йеннифер? Ой, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт? Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Я вспоминаю все больше и больше. Пока это только небольшие фрагменты, но они понемногу складываются в единое целое. Что ты вспомнил? Путешествие. Нескончаемый поход на юг. Я шел за Йеннифер, за дикой охотой. Не помню, долго ли. Было холодно. В деревнях, которые я проходил по дороге, жили только старики и старухи. Они не говорили, что стало с молодыми, с детьми. Я прижал одного старика, и он начал твердить что-то о волках, о гнильцах и утопцах. И никто не хотел говорить о дикой охоте. Ты догнал всадников? Не знаю. Что ты будешь делать? Искать дальше. Ты говорил, что существуют эльфские поэмы о дикой охоте. Я говорил, что они могут существовать. Причем старые, если сохранились. Я их не знаю. Ну, попробуй поискать. Вдруг найдешь что-то стоящее. Ясно одно. По эту сторону призрачной мглы лета нет. Если ты хотел гоняться за убийцей, надо было идти с Роше в лагерь Хенсельта. То, что я пошел за Трис, не означает, что я забыл про лето. Да почему это вообще тебя беспокоит? Не твой курятник, не твои куры. Моя репутация значит для меня больше, чем куры в курятнике. Пока я не найду лето, меня будут считать убийцей. Здесь никто не считает тебя убийцей. Ошибаешься. Меня здесь держат, потому что я всем нужен. А это может измениться в любую минуту. Пожалуй, ты прав. Ну вот достанешь ты лето. И что потом? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Вот гляжу я на этого, видимо.